И они понимают, что в этом мире Господь — господин. Господь — господин. Не они — господа. То есть это Господь решает, кто будет победителем, кто будет побежденным, кто будет у власти, кто не будет у власти. Как определить, что у власти человек от Бога? Как это определить? Если послушать, вот как он говорит, можно видеть, что он говорит без гордости, спокойно. Объясняет, как все происходит. Значит, от Бога. А если он говорит, значит, это не от Бога. От Бога человек всегда спокоен, он по-доброму все ведет. В этом признак. Человек может сам власть завоевать, а может Бог власть дать. Разные вещи совершенно. Каждому человеку. Бог дает жену, детей дает, власть. Или ты сам захватываешь себе жену. Если ты сам захватил, это становится причиной твоих страданий в жизни. Если ты сам захватил власть, богатство, это становится причиной страданий. Но если ты честно живешь, и Бог тебе дает, это становится причиной счастья, наоборот. Поэтому человек всегда должен с помощью добрых дел достигать успеха в жизни. С помощью знания, добрых дел он должен стать сильным. То есть у человека должно быть такое благочестие, чтобы он получил то, что он в жизни хочет. Это просто сила благочестия дает человеку возможность. Вот как только девушка становится такой благочестивой, у нее сердце такая сила идет, что ей положено выйти замуж за хорошего человека, в эту же секунду она знакомится, вот в эту же секунду. Не надо ждать ни минуты. Господь сразу дает возможность всем. Или мужчина, если у него так накопилось благочестие, что он как бы способен много сделать добрых дел, ему дает полномочия Господь на это сразу. Но если человек делал добрые дела, а потом нахрапом взял себе как бы власть, может быть, Бог дал, но он использует неправильно, то этот человек отличается по чувству собственного достоинства можно людей отличать. Например, если у человека чувство собственного достоинства работает, такую наглая такая жесткая позиция, и ты подчинился этому человеку, то таким же станешь. Ну, то есть, может быть, тебе придется работать под его руководством, но не подчиняйся ему в сердце. Пойми, что это неправильно, что это все закончится. Бог самый сильный, его обязательно Господь накажет, когда придет время. Почему сразу не наказывает? Потому что он так и воспитывает всех, для него все дороги. Но есть описание, есть признаки вот этого человека. Их надо изучать. Как выглядит этот человек, как он ведет себя.